холодильник. Самый главный член семьи практически. И мы нашли холодильник, который выращивает продукты сам. Ну, как продукты, в основном там травки, грибы, но... Это же будущее, это и холодильник, и теплица сразу. Тепло, влажность, выделяемая при заморозке и охлаждении продуктов, используется для проращивания семян и выращивания зелени и грибов. Тепличные отделения холодильника оснащены сенсорными экранами, при помощи которых можно регулировать температуру, влажность и уровень освещения. Вот волшебство такое, у тебя дома стоит холодильник на кухне, и там у тебя базилик растет, там помидорки принялись, рассада. Мечта дачника. Ну, по-моему, вот тот случай, когда приятно видеть наступающее будущее. Оно хорошее и позитивное.